Сотрудниками полиции Жамбылской области на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по проблемам безнадзорного выгула скота. Несмотря на то, что наступила зима, этот вопрос все еще остается актуальным из-за беспечности владельцев скота. Владельцы скота должны понимать, что такое халатное отношение может привести к краже. Скотограды могут легко угнать скот, находящийся без присмотра. Кроме того, бесхозный скот может стать причиной дорожно-транспортных происшествий, говорят представители правоохранительных органов. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием домашнего скота. 8 человек погибли, 30 получили различные телесные повреждения. К административной ответственности привлечены 2221 человек за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. Департамент полиции Жамбылской области еще раз напоминает о необходимости держать скот в специально отведенных местах и не оставлять его без присмотра.